Привет-привет-привет, это Live Gaming Cruise, у нас тут Wars of Stone Age. Прикольная игрушка, где мы будем управлять с помощью всяких знаков нашими воинами. Давай попробуем и посмотрим, что же это такое. Так, батл. Так, мы будем, это твоя нападение. Размести здесь воина, шамана и хантера. А у меня пока, по-моему, один воин, поэтому я вот его здесь и размещу. Так, а это экран битвы. Здесь ты можешь колдовать и использовать свои абилити. А только как? Сейчас у нас появится какая-нибудь абилити. В. Есть, мы сделали черепаху на него. А теперь какая? Оп! Есть, сделали. В общем, знаки все время будут разные. И выиграть будет очень тяжело. Так, миньоны. Давай попробуем нанять кого-нибудь. Лифеляп, делит миньон. А еще что мы можем сделать? Так. О-о-о-о. Понятно. Ладно, рекрутировать пока не можем, значит, можем только улучшать. Делит мы его не будем. Лифеляпить мы его сможем. Нужен... Все, мы его прокачали. Он теперь на 2 уровне. Пойдем дальше на 2 таргет. Здесь у нас какой-то еще хуже будет. Так, мы помним. А, это камни-кидалка. Точно. В. Не получилось у меня камни-защищалка. А он, походу, пробьет меня. А, есть, наконец-то. Виктори, так, используй свои ресурсы, чтобы нанять новых юнитов. Ты можешь рекрутировать хантеров с высокой дэмэджем и шаманы, которые будут лечить твоих юнитов. Так, хантер или шаман? По 30-ке я могу купить только одного. Лекарь, ну давай пока лекаря возьмем. Ява. Так, понятно, здесь у нас ни на что больше не хватает. Пошли, поехали дальше. А лекарь у нас, наверное, где-то вот здесь будет, Ява. Все, погнали. Так, Ява лечит, Ява и калечит еще. Опа! Вот так вот, не получилось. Оп! Защитку. Ой, и его закидали. 50. А у нас все плохо. Так, понятно. Давай еще разочек. Как-то мы неправильно так сыграли. Попробуем еще разочек. Против нас просто... Опа. Раз, два. Защитили. В. Бесконечный знак. ЛПшечка полечили. Жигардос. Так, ты можешь что-нибудь купить. Например, оружие, защиту и все такое. А вот, кстати, дерево куда у нас уйдет? Давай тогда вначале рекрутнем у нас вот такого хантера. Теперь попробуем что-нибудь как раз купить. Сеты. Сеты нам недоступны. Маски. Маски у нас для... А, для всех у нас есть маски. Так, давай в вариара пойдем. Защита. Соточка у меня 95 только. Да, я предлагаю так. Хантеру купить больше на защиту. 70-80. Понятно. Больше ни на что не... А мы можем либо поднять уровень, вот, например, так, 25 не поднимем, 30-ч тем более, 40-28, тогда рекрутнем, а у нас будет 2 вариора. А, так вот будет веселее как-то. А потом будет вообще босс. Так, 2-й воин Ома. И здесь у нас будет как-то вот так вот. Кламбинг на защите. 4 из 2.
А у нас только два разрешено. Ой же, скач. Back to Village. Миньон. Давай маску хотя бы ему оденем. А оружия, понятно, никакого нет у меня. Ява. Взял я на халяву. Оружия, понятно, никакого. Клаймбинг. Бонуса нет. Ками. Обаму возьмем. И появляется интересный вопрос. А давай заспамим сразу же двумя Обамами. Что вообще будет? Вот интересно. Сразу же два петушка у нас тут. Раз и два. А он его лечит. Это хорошо или плохо? Не знаю. Не прошла мазута у нас. А, кстати, два воина прям супер. Я вообще просто размесил. Ладно, у меня один сдох. Но я думаю, как-то это поправимо. Конечно, можно было взять еще... стрелка ради интереса, просто чтобы поржать вот над этим. Но я думаю, мы еще сможем тут поравняться. Так, а давайте сразу же... Нет, я даже не хочу смотреть на нее. Или посмотрим. Set Formation. Два всего. Так, а это плохо. У нас всего два можно. А кто там у тебя? Петух и... Кто-то еще. Ой, как все плохо. Я могу залепилапить лекаря. Но купить мне ничего ему не удастся. Потому что она стоит 70. Так, миньоны. Лефеляпать тоже тебя уже нечем. Ну ладно, бог с ним. Рискнем. Вот яву возьмем. Будешь лечить у нас. А это мега шаман. Атак хил пауэр, армор, атак спид. И превращает в курицу. А еще кидалка будет у нас. Вылечили чувака. Защитили чувака. Вылечили чувака. Защитили чувака. Давай. Все, походу прошли. Защитили. Не канает. Ждем. Есть. Есть, защитили. Пробили. И у нас треже сундук. Куча сладостей у нас тут полезла. Прям шикардос. И Масыч. А Масыч интересно для кого? Не для тебя. Для Явы, что ли? И не для Явы. Ух ты, для клаймбинга. Значит, тебе нужно лефеляпить срочнее. Так, а теперь расскажи мне, сколько... Двое. Значит, у нас есть... Нам нужно либо прокачать их, либо прошопить. Прокачать или прошопить. Хантера могу взять и качнуть... За соты чему купить оружие? Но оно самое крутое. Все отлично, шантеру купили. Шаману мы можем купить посох, хотя бы первой. Либо не покупать и купить ему масыч. Либо для варьера купить. Так, а у нас есть хантер, значит мы пойдем им, значит будем кидаться, значит нам нужен варьер. Варьеру нужна палка. Либо качнуть его, давай посмотрим сколько кач у нас стоит.
Так, я могу качнуть или качнуть моего воиненька. Давай качнем все-таки. Ява, понятно, это я все не смогу. Но потом нам нужно еще и нанимать их начать. Так, отлично. Нет, у меня здесь пойдет вот этот теперь мега крутой, который батл у меня. Все. Так, а как мне это сделать? Происходит какой-то жестяк. Давай еще раз попробуем. Я не понял, что случилось прям сразу. Опа! Вот такого, камнем его. Блин. Они пробивают, а значит... Значит, все плохо, значит, тебе придется идти. Так, понятно, у тебя ни на что не хватает. Ух, как все запущено-то. Лекарь Ява пойдет. Go to battle. Ва-ва-ва-ва-ва. Пацана защити. Понятно. Вообще ничего не смог сделать. Еще разочек. Да, именно в таком формате. Так. Давай, пробивай его. Хера себе они тут. Ну понятно, тут ты ничего и не сделаешь. Жесткие челы. Челы жесткие. Чем еще можем попробовать? Попробуем так. Раз. А вот это убивает, он даже не успевает как-то дойти до сюда. Все плохо. Так, а у меня есть еще... Третий вариант. Два чихера. Нахера. Вот так вот. Ради интереса, что будет? Раннинг Иома. Раз. Нет, вообще бесполезно. Так, так, так. Значит, получается только с тобой, чувак, проходить. Получается только с вот этим вот лекарем мне нужно проходить. Другого выбора вообще нет. И лечим. Короче, танка нужно вначале вкачивать в танка. Вообще бесполезно. Сразу же появляются проблемки. Ладно, пробуем еще один вариант. Вот этого хрена берем. Ждем танка. И все, и у нас улетает вниз. Блин, что за же скачет начинается сразу? Нормально ж общались. Значит, только лекарем пробивать. Я не вижу другого вообще выбора. Ой же скач. Что же с тобой сделать-то? Лекарь до 72 не качнется, у меня два воина прокачаны. Не, только так. Я другого выхода не вижу. Давай защищайся. Давай, парень.
И они его пробивают, он не успевает дальше. Так. Ну, пробуем еще раз вот этой вот фигней. По-моему, это бесполезно, конечно. И тебя убьют еще, да? Все же, скач. Не проходим так. Пробуем с двумя воинами. Что-то должно выгореть. И это здесь ошибка развития, походу. Раз. И два. Понятно. Так, улучшаем нашего лекаря. Идем лекарем. Давайте, давайте, друзья мои. Лечи его. Я говорю, лечи его. Нет, он, блядь, не лечил его. Жескач. А у нас почти вышло. Это бы хренище лечило бы его. Давай, 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 давай. Защитись. Да. Мы сделали это, мы прошли эту деревню. Ух, какая жесткая игрушка.